Леш, налей мне 50 грамм коньяка. И 50 грамм коньяка. Может, сразу 100? Не-не-не, два по 50. А зачем? Сейчас все увидишь. Так вот где ты, зараза! Я бы на вашем месте сделал вход платным сегодня. Сейчас такая шоу-программа начнется. Шутишь, да? Пьешь тут целыми днями, а на жену денег нет. Я же в старье хожу, ты же мне ничего нового не покупаешь. Да я себе ничего нового не покупаю. Вот этому коньяку, например, 12 лет. Ты что ржешь? Ты зачем ему наливаешь этому алкашу? Алкашу я не заметил. Вы как отличаете обычного человека от алкаша? Посмотри на него. Это мужик? Ну да. Все, этого достаточно. Вы все мужики одинаковые, алкаши. Женщина, давайте не будем. Слушайте, а что вы его защищаете вообще? Да потому что Александр Константинович наш VIP-клиент, между прочим. И только благодаря ему мы до сих пор работаем. Да, это почему, интересно? Потому что мы работаем до последнего клиента. Сейчас вы будете работать до последнего бармена. Девушка, если вы не перестанете скандалить, я охрану позову. А я полицию вызову. Скажу, что вы Сашеньку моего мучаете, взяли в заложники и держите трое суток. Где ты шлялся? Куда я тебя послала? Куда ты меня только не посылала? Я тебя в садик послал за ребенком! За ребенком? Чего же мы сидим? Давай быстренько на коня по 50, и мы пойдем за ребенком. 3 часа ночи. Вот. А садик у нас во сколько открывается? В 7. Значит, у нас еще куча времени. Давай, 50 грамм коньяка и 50 грамм коньяка. Все мы, мужики, одинаковые алкаши!